Здравствуйте, дорогие цветолюбы и гости канала! Сегодня я хочу показать вам свою такую дружную компанию Сенсивьери. На показ меня сподвигла Олеся Киреева. В комментариях она попросила показать те Сенсивьери, которые у меня есть. У меня их немного совсем. Я думала, что это не представит труда. Но я даже не представляла, какую головную боль приобретаю. Потому что хотелось с названиями сорта вам их представить. Но для меня, чайника, это оказалось очень проблематично. Дело в том, что особенность наших местных рыночков состоит в том, что все растения выбираются визуально. Тут только несколько сенсивьери куплены с именами. Остальные так, под влиянием момента, стихийно, спонтанно. И, как оказалось, определить сорт я затрудняюсь. Поэтому буду называть те варианты, которые мне показались наиболее совпадающими с внешним видом сенсивьери. Ну а вы, я думаю, поможете мне разобраться. Надеюсь, что знатоки напишут, кто же у меня живет. Итак, вот такой лист. Крупный, широкий, огромный. И я нашла его как Грандис. Действительно, вырастает очень большим. Даже сейчас уже лист широкий и высокий. Окраска зеленая и по зеленому фону золотисто-салатовые пятна. Окраска вот этих листьев похожа на сорт Кирки. Тут рядышком стоят две сенсивьери-цилиндрики. У этого сорта вот так крылья в стороны раскинуты, а рядышком вот так поднимается вверх. Вот такие на кончиках иголочки. Заостренные и слегка такие как бы подсохшие, на самом деле, ну да, наверное, они подсохшие, но это так и было при покупке, то есть особенность такая, так думаю, сорта. А может быть, неправильный мой уход, не знаю. Буду внимательнее к ним относиться, то как-то я даже не знала, сколько у меня сортов. Вот этот лист окрашен, мне показалось, что он похож на Gold Flame. Темно-зеленый центр. И такие золотисто-желтые полосы по краю. И вклинивается в зеленый фон, тоже как языки пламени. Поэтому сорт показался похож на Gold Flame. Дальше нашла два серебристых сорта. Silver Queen и Moonshine. Молодые листья просто серебристые, а вот на старых листьях просматриваются зеленые полоски. То есть, что же это за сорт, пока не разобралась. Я думаю, что это занятие для долгих зимних вечеров, когда можно будет почитать и узнать поподробнее, что же это за жильцы у меня поселились. Вот эти два сорта, мне кажется, они одинаковые абсолютно. И это компакта. То есть они невысокие. А рядышком совсем другой лист. Темно-зеленый центр, широкие желтые полоски. Лист намного уже, центр намного темнее. И сам лист длиннее. Красиво смотрится. Тоже название сорта похожего находила, но даже сейчас не могу вспомнить. Вот здесь три розеточки, это ханни, то есть низкорослые розетки.
Вот этот сорт куплен недавно на выставке, и спасибо читателю, он написал название сорта. Кто бы мне теперь его прочитал правильно. Но, по крайней мере, написать на горшочке я уже название сорта могу. Но это, по всей видимости, Honey Gold. Золотистые полоски. Здесь несколько сортов куплены с именами. Этот сорт покупался как самурай. Такая вот розеточка. Приятной наружности. И три голубых сорта. Сомали. Робуста. Все с каемочками, ну прямо красавчики такие. Или красавицы. Сенсильерия. И Лавранес. Все по-разному окрашены. Тут такой ровный зеленый цвет с окантовкой. Хотя в названии есть blue. То есть предполагает... Нет, он голубоватый. На самом деле это вот сейчас при искусственном освещении подсветка есть, и он кажется на экране зеленым. На самом деле явно просматривается голубой цвет, если смотреть невооруженным глазом. У робуста идет такой волнистый край. И самая синяя сомали. Просто очень голубая. И лист волнистый. Красиво смотрится. Вот здесь, на первый взгляд, кажутся похожими на цилиндрику эти сенсильерии. На самом деле, лист не цилиндрической формы. Тут явно такой желобок идет по верхней краю, по верхнему краю листа. Такое впечатление, что лист трехгранный. На самом деле нижняя часть листа, она такая вот гладкая. То есть, ну да, нет, хотя выступающая, да, выступающая немножко. Не знаю, можно ли его назвать трехгранным, но явно выступает серединка листа снизу. И две таких прямо острых края, два острых края сверху. Тут три одинаковых сорта. И вот такой сорт, у которого вертикально вверх поднимаются побеги или листья, как правильно сказать. И форма почти цилиндрическая. То есть закругленный край листа. Но желобок тоже присутствует. Вот такие сенсильерии. Сортов немного на самом деле. Тут вот если считать, явно хотя бы по внешнему виду, то 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Я думала 10. Тут насчитала 16. Опять, если цилиндрики... А цилиндрики разные, 100%. То есть цилиндрика, но дальше уже разновидности... Тоже, если посчитать каждый за единицу, то 17 сортов. Вот, если названия какие-то вы точно знаете, то помогайте. Буду очень рада. Потому что, оказывается, у меня уже компания собралась. И каждый сорт, я думаю, хочет быть правильно назван. Приятно же собственное имя слышать. Ну, еще хотела вам показать такой небольшой эксперимент. Тоже в комментариях спросили, чем я пользуюсь, чтобы листья были глянцевыми. Ну, если цветок стоит в доме, то листья не грязные, они легко, глянец легко наводится. То есть я просто мою в горячей воде, не очень горячей такой, скажем, чуть теплее, чем просто теплая, с добавлением моющего средства, и глянец надолго остается. А вот монстера, допустим, она стояла на улице. И очень трудно оказалось глянец навести. Потому что, как я не мыла лист, он оставался матовым. И вот тогда вспомнила все способы, которые читала о наведении глянца. И мне понравилось. И захотелось попробовать
нанести сверху таким ватным диском пиво. То есть промыть пивом. Надо сказать, что пиво я купила специально, заранее. Запах очень быстро улетучился, листвы с запаха не стало, а вот глянец остался. Но надо было, как настоящему экспериментатору, один лист оставить таким, каким он был после просто протирания обычной водой. Потому что рост просто разительное отличие того, что было, от того, что стало. Поэтому, и я думала, что будет липнуть лист. На самом деле нет, он такой вот прямо высох. Нет, немножечко ощущается так небольшое такое, как бы слегка липкая поверхность. Но я думаю, что как раз пиво не вредит растению. Полиролью принципиально не пользуюсь, потому что из-за минутной прихоти хозяина не хочется наводить на растение такой глянец, который закупоривает поры и вредит нашим зеленым друзьям. Когда-то купила в магазине растения с глянцем, и потом он так некрасиво сходил клочками, цвет, по крайней мере, конечно, там не было никакой, объема не было, просто потом возвращался цвет неравномерно. Ну и еще на одном... А, кстати, вот сансевьерия тоже протерла все пивом, и они такие, посмотрите, прямо горят, сияют листочки. Так что тут у нас пивная вечеринка сегодня. Ну и в заключение еще покажу лист. Тоже протертый этим же средством. Это филодендрон розовая принцесса. Четко видно каждый цвет. И нет вот этой таких разводов белесых от воды, потому что он тоже стоял в теплице, поэтому лист был матовым, и глянец самостоятельно появиться не захотел, только вот с помощью пива. Так что попробуйте, понравится вам или нет, потом расскажете. Немножечко я ощущаю такую липкость. Может быть, это будет потом дополнительный сборник пыли, то есть на липкую поверхность пыль будет больше садиться. Об этом потом попозже вам расскажу. А пока на сегодня все. Рада, если досмотрели вместе со мной до конца. Всем пока. До новых встреч.